Здравствуйте! С вами опять Павел Козлов, партия 5.10, город Черкассы. В прошлых роликах мы спрашивали у жителей Черкассы, какой толщины налоговый кодекс. Нам показывали от такого до такого. Теперь мы хотим выяснить, все-таки какой он толщины, этот налоговый кодекс. Мы сейчас находимся возле магазина «Свиточ». Это книжный магазин, где мы можем найти налоговый кодекс. Пройдем. Итак, найдем же, где же у нас полка с налоговым кодексом. А вот полка законодательства. А, и вот наш дорогой налоговый кодекс. Оказывается, его толщина вот такая. И, сравним его с Конституцией Украины. Вот Конституция Украины. Ну, дабы вы видели толщину и размер. Это наш основной закон, Конституция. Это наш налоговый кодекс. Это не комментированные, по статейные только, не комментированные. Комментированные у нас литература повыше стоит, и она... И потолще. Она потолще и подороже. Значит, по продаваемости, ну, 1-10 дней продается. Как только меняются статьи, он продается намного лучше. Я понял. А как сейчас он продается, по сравнению с прошлыми периодами? Больше или меньше, или динамика продаж не изменилась? Ну, это ж новый уже кодекс вышел, то он продавался так. То есть можно сказать, что люди интересуются законодательством? Да, кто работает, тот, конечно, интересуется тому, кому нужно. Хорошо, спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. Итак, мы все-таки увидели, какая толщина налогового кодекса. Что интересно, существует в Украине еще один законодательный акт, называется «Мытный кодекс». Вот, эта книжечка, она трошечки меньше. Итак, что в итоге получается? С украинцев постоянно собирают вот такую толщину налогов. Это все, что мы платим постоянно. Партия 5.10 будет наказывать всех бюрократов и казнокрадов податковым и мытным кодексом Украины. Партия 5.10 Черкассы.